методика «Бразильская попка» – это сочетание несколько методик. Это инъецирование диметиламинэтанола. Что такое ДМАЯ? ДМАЯ – это такой природный элемент, который синтезируется, в принципе, у нас в организме до определенного возраста. Потом мы можем его получать из большого количества диметилэтанола. Диметиламинэтанол очень хорошо. Первого и третьего типа, который ведет к улучшению тургора и эластичности. Также диметиламинэтанол очень хорошо улучшает качество мышечной системы. Диметиламинэтанол еще и очень хорошо улучшает кровообращение головного мозга. Поэтому, если вы, соответственно, стимулируете коллагенез, мышечную систему, то и кровообращение в головном мозге, соответственно, тоже будет улучшаться. Поэтому ботулотоксин мы инъецируем в нижнюю треть, а именно в большую мышцу. У нас несколько ягодичных. Это, значит, глютеус минус, это мышца, малая мышца. Затем у нас под этой мышцей, значит, на этой мышце у нас глютеус медиум, она находится чуть ниже. Далее у нас грушевидная мышца, и закрывает это все большая мышца ягодичная глютенус максимус. Что касается расхода ботулотоксина, то мы понимаем, что мышца ягодичная, она достаточно широкая, она достаточно активная, поэтому ботулотоксина нужно инъецировать большое количество. Мы понимаем, что все-таки эта техника, эта процедура, она работающая, но при этом не дешевая.